такая поездка дает нам возможность лучше друг друга узнать и сплотиться как команда. Снова убеждаюсь в том, что на таких событиях надо быть и не одному. Вся событийная линейка, и этот год будет невероятным для компании. Все, что мы делаем играючи. Отдыхая на Кубе, мы сейчас даже и не помним тех, кто говорил нам нет. И сейчас твой выбор – сказать «да» и быть с нами. Еще Марк Твен говорил, что в конце жизни человек будет сожалеть о двух вещах, что мало любил и мало путешествовал. К нам второе точно не относится, так что поехали вместе с нами. И вот теперь у нас впереди Крокус Сити, 19 февраля, 6 тысяч человек. Ребят, до встречи на следующих событиях.